Очень красивое место. Это Херштрассе. Пересекается с кольцом S-Bahn, городской дорогой. Станция ИЦЦ Месса Норд. Старая станция, построена еще при дедушке Гитлере. В прекрасном состоянии, хорошо, прекрасно эксплуатируется. Вот велосипедная дорожка и остановка автобусная. Это направление в сторону Целоды Шергарта. Прекрасный арабский ресторан. На той стороне вход в вокзал, вниз на линию S-Bahn. Вот это Месса, Месса Норд, новое здание. А дальше, там подальше, мы видим старое здание Мессы, своего рода ВДНХ, тоже постройки времен Гитлера. Нацицайт, как говорят здесь. За вот этими деревьями находится автовокзал, центральный автовокзал, Омнибусбанхоф. Централе Омнибусбанхоф. А вот здесь мы видим линию S-Bahn и автобан. Это рельсы S-Bahn, скоростная городская дорога. Она идет кольцом по всему вокруг всего Берлина, по всему Берлину. И через нее проходят другие линии из одного конца в другой, такие диаметры в разных направлениях. U-Bahn и S-Bahn, метро и эта скоростная дорога городская между собой не связаны, но есть пересадочные станции. И все это, можно сказать, посажено как сетка.